Привет! Рубрика «Из ненужного в нужное». Старый напильник будем превращать в хороший нож. Нарисовал подобие того, что я хочу получить. Перенесем на нож. Этот ролик вышел при поддержке компании 1xbet. Большое количество спортивных дисциплин и многое другое вы найдете по ссылке в описании. А также там быстрые выплаты. Спуск будем делать на одну сторону, для начала обгрызем камнем. А дальше дело за гриндером. Зашлифуем все острые углы 240-й наждачкой. Все, возьмем паракорд 4-миллиметровый, отмеряем от него примерно 3 метра. Вкладываем паракорд вдвое, находим центр. И теперь будем завязывать узелки. Итак, продолжаем дальше. Затягиваем последний узел, сколько хватит сил. Обрезаем. Из 3 метров осталось около метра, значит можно резать 2,5 метра. То, что я сейчас сделаю, ни в коем случае не повторять. Как видите, нож очень острый. А для чего же я его сделал? Буду теперь иметь чем точить карандаши. А всем, кто досмотрел до конца, спасибо за внимание. До новых встреч. Пока.